Иркутская область постепенно готовится к зимней погоде. В большинстве городов продолжает выпадать небольшой снег. Температура воздуха приближается к минусовой, однако вскоре погода должна стать более солнечной. В пятницу 25 октября в Ангарске переменная облачность, без осадков. Атмосферное давление 718 миллиметров ртутного столба. Ночью в городе минус 1, днем плюс 5. Шелихов ждет похожая погода. В городе небольшая переменная облачность, без осадков. Атмосферное давление 715 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха минус 1 ночью и днем плюс 7. Небольшой снег будет в Усть-Куте. В городе облачно. Атмосферное давление 726 миллиметров ртутного столба. Ночью в городе 0 градусов, днем плюс 2. В Усть-Илимске также будут осадки. Там небольшой снег. Атмосферное давление понизится и составит 727 миллиметров ртутного столба. Ночью минус 1, днем плюс 1. Чуть выше температура в Братске. В городе небольшой снег. Атмосферное давление 713 миллиметров ртутного столба. Ночью в городе минус 1, днем 3 градуса тепла. Такая же температура воздуха в Тайшете. Там же будет небольшой снег. Атмосферное давление 727 миллиметров ртутного столба. Минус 1 ночью и днем 3 со знаком плюс. Небольшие осадки будут в Саянске. Атмосферное давление понизится и составит 706 миллиметров ртутного столба. Ночью в городе минус 4, днем плюс 6. Усолье Сибирское ждет похожая погода. В городе переменная облачность, без осадков. Давление 717 миллиметров ртутного столба. Ночью в Усолье минус 4, а днем плюс 6. Без осадков будет в Байкальске. В городе переменная облачность. Атмосферное давление 717 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха в городе минус 1 ночью и плюс 5 днем. Ниже температура в Бодайбо. В городе небольшой снег. Давление нормальное – 732 миллиметра ртутного столба. Ночью в городе минус 10, а днем минус 4. В зиме облачно и небольшой снег. Атмосферное давление понизится до 713 миллиметров ртутного столба. Ночью минус 3, днем плюс 1. В поселке Мама также небольшой снег. Атмосферное давление повысится и составит 737 миллиметров ртутного столба. Ночью в городе минус 8, днем минус 2. А в Иркутске переменная облачность и без осадков. Атмосферное давление 714 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха 0 градусов ночью и плюс 8 днем. Одевайтесь потеплее и улыбайтесь при любой погоде.